Приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр, а также больших фанатов вселенной Warhammer. Сегодня мы вновь возвращаемся в Warhammer в Age of Sigmar Champions и продолжаем исследовать Realm. Так. Мы традиционно будем играть, естественно, кхарнитами, нашими любимыми кхарнитами. Boundless Labyrinth. Так, надо вспомнить, что они вообще тут делают у нас, эти ребята. Reduce health from highlighting spells. Значит, надо встать напротив. Так, этот что у нас делает, дядька? Айда, будем... Вот так вот будем. Что называется, иду на вы. Тактика. Так, что нам? Я уже забыл, а что у нас на Inspire идет? Сейчас. Как же там сон? Use and ability. Мне надо подробить существ, вот. Вот какой он негодяй. Что у нас тут какие-то безумные скачки происходят. Так, скоро это тоже ремовница. Так, наш ход. Ну, deploy unit. Уху, ничего себе, на четверку рубит. Вот это прям вообще сумасшедшая карта.
Так, в принципе, нам... Скажем, вот это. Это очень мощный дамаг, но мне надо... Я просто боюсь, что я не смогу потянуть кричей для... Давайте так сбросим, ладно. Это прям огонь карт вообще. Да у него на руке осталась одна карта. Угу, понятно, он будет их сейчас здоровать. Ставим один аркан болт. Ой, может сработать ремув, если получится. Тут прям огненная штука, которая дискардит. Как здесь можно, я не знаю, вот эти очки использовать-то? Так. Да. Почему-то я всегда сюда хочу ткнуть. Неплохо он так себя отхилил. Фанатик. О. Так. Вот негодяй.
А, ну, по идее, мы же его можем убить через демоническую вот эту штуку. Ура! Мы его прибили. Было сложно, но мы с этим справились. Ну, получили какие-то. Ой-ой-ой, мы получили. Можем заглянуть в магазинчик. Что у нас здесь? Можем купить бустерки. Сколько там стоит бустерок хаосом? Сейвиджеры. Так. Сейвиджеры. Я помню, был такой. Это банда из Shadespire. Там что-то то ли 9, что-то там 9 на английский, по-моему, как-то так связано. Home. Косметика, карты. А, карты. Севиджер. Хаус бустер факт 1500. Нам не хватает. Ладно. Пора должен проходить. Исследовать рилмы. О, лунка. О, против гобов играем. Гобсы. Или ночные гоблины, как было в Warhammer Fantasy Battles. Безумный арт. Может, кстати, ФБшный. Так. Неплохо. То есть, если он деплоит просто сквига, блин, он может. Что делать? У меня здесь понятно, у меня здесь только лирическое отступление, бэковое описание, никаких толком плюшек нет. Замечательно. Ну, проще всего нам раскачать вот этого дядьку. Что делает? Неплохо. Просто так на в лицо три дамаги. Ну, это вообще жесть. У меня еще есть один. Фанатики достаточно неплохо навешивают.
Обалдеть. И он уже почти получил... Это просто жесть дискардная. Чувак просто мне дискардит карты. За прокрутку еще и дамаг бьет. Ну. Офигеть. Да, он просто джагу сейчас бросит. Тут какая-то вообще просто адовая штука. Так, они скоро уйдут эти. Уже немножко... Да. Ну, отлично. Пришел дамаг хил еще. Вон, хотя бы у нас... Угу. Забыл, он когда возвращает, то есть он может, да, сыграть класс стенд или нет? Давайте здесь подробуем еще. Сейчас, может быть, не ведут эти партии. Дед кричат сюда, я билку заюзаю. Неплохо так дамажит, конечно. Ну, понятно, сейчас еще один сквик, сейчас у меня еще пойдут дискарды. Прям какая-то милдека, если честно, у них по стилю. Прикольно, надо посмотреть. Я вообще в Magic люблю милдеки, но это им, к сожалению, не поможет, потому что мы гоблинов уничтожили. А что это за значки? Надо будет разобраться. Мы, кстати, что-то вылутали. Давайте полутаем. Может, что-то для кахарнита вытащим? Так. Нурглит, что ли, кто это хватит? Да, это Нурглит. А, то вообще все демоны, смотрю. Тут и... О, тут и Нурглиты, тут и Lord of Change. О, я чувствую, меня вот здесь перемолят просто. А, вот они, что можно закупать. Давайте, ладно, их попробуем в следующий раз. Здесь мы традиционно... Чувствую, мы им сольем, но с бустами я хочу попробовать в следующий раз сыграть. Хочу пока сыграть в чистую. Так. Возглавляет их Харнит. Харниты они такие.
Это что дядька делает? Здесь традиционно мы можем ставить как получится. Ух, 29 жизней, круто. Арканка. У меня вообще нет спло. Ну, будем традиционно на инспайр выводить вот этого. Но у нас что-то особо играть-то нечем. Ой-ой-ой. Какой ты наглый. Ну, давай, чувак. Флеймеры тиньчи пошли. Против демонюк играем. Очень прикольная штука, можно пятерку рубать. Эти вообще звери. Такой отхил. Какой-то просто адой. Что-то не очень. Дамаги вносит неприлично много. Для хоть для этого чуть уменьшили. Не, чувствую, здесь меня просто раскатают. Неплохо, пятерочка. Тройка. Так, мне нужно дровнуть кричу. Хорошо. Как же они отхиливают? Просто. Что с чем-то?
Неплохо он так отхилился. И дамагнул меня. Пока не могу, да? Я вообще могу продамажить очень неплохо сейчас. Пятерочку. Обалдеть. Так, мне срочно надо хилиться. И сделать это можем с помощью вот этой вилки. Да он просто может сейчас нас раскатать в легкую. А почему не похилился? Я ж... Не понял. Почему? Что-то я накосячил здесь, видимо. Пошла хилка. Так. Что, будем тупо защищаться. Ну, он меня уже ждет, вот эта штука, которая мне вкатит. Но нет, я успеваю его убить. Ура! Но это было уже тяжко, реально тяжко. Ура, мы получили 600 голды. И мы можем теперь заглянуть в магазинчик, чтобы купить бустерок хаоса. Давайте купим. И вылутаем его. Но сначала вот эту маленькую штучку вылутаем. И вскрываем бустерок хаоса. Давай, давай. Так, это у нас есть. Ну, где кхарни-то? Мини-бустер. Ну ладно, хотя бы так. Ну вот такая вот игра. Несколько игр. Продолжаем исследовать Mortal Realms. И продолжим. Mortal Realms или просто? Ну, Realm, в общем. А нет, Mortal Realms. И продолжим их исследовать в следующий раз. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.